Торецк – город Донецкой области, который находится неподалеку от оккупированной Горловки. Как сообщает корреспондент общественного телевидения Донбасса, звуки минометных обстрелов и бои с применением крупнокалиберных пулеметов периодически доносятся с окраин города. По словам военных, позиции боевиков расположены на терриконах, с которых незаконные вооруженные формирования корректируют свой огонь по шахтам и городу. Украинским солдатам жить приходится в окопах, спасают землянки на несколько человек и буржуйки, которыми и обогреваются. На стенах календари вперемешку с детскими рисунками. Сколько здесь обычно помещается людей? Четыре, не больше. Четверо, да? Да. Какую поддерживаете основную температуру? Как сюда, чтобы не замерзли. Ну, как придется. Как придется. Сколько же вы там, блин, даже выживете? Сколько? Там это неделя уже. Туда только недавно переехал. Делаем так, чтобы было как быт, как дома. То есть есть и грубка, есть и стол, есть и спальные помещения, и полочка для хранения лишних вещей. Все есть. То есть все есть. Обустраиваем свой быт, такой, чем можем. Понятно. Что еще? Все материалы есть. Так хорошо. Не линоватость можно сюда. Служить можно. Служить можно. Да, как они говорят, сложно не сложно, но можно. От бомбежек спасает специальное убежище, которое обустроили сами бойцы. На посту стоять холодно, но солдаты не жалуются. Говорят, привыкли и на дежурство одеваются теплее. Несмотря на минские соглашения, до мира здесь далеко. Боевики чаще всего открывают огонь ночью. Личный состав накормлен, помыт, обут, обмундирование обеспечен. Готов выполнять боевые задачи. А как часто обстреливают боевики эти позиции? В основном ночное время. Ночное время. Из чего? Из чего? В основном стараются миномет 80-й, крупнокалиберные пулеметы. 80-й, да, типа, чтобы не нарушать это... минские соглашения, правильно я понимаю? Ну да, но потом с интенсивностью обстрелы увеличиваются. Ага. Вот так. В перерыве между боями солдаты облагораживают позиции и даже строят душ к лету. А пока обходятся передвижной баней по выходным.